Всем привет! Сегодня интересная посылка, добавка к шуруповерту. Получилось так, что ездил я на такси на кладбище, и буквально за 2-3 месяца абсолютно ровная безжизненная почва проросла акацией. И столбуры такие были хорошие, большие. Ну и, следовательно, менчу с собой не было. И уехал. А потом думаю, зачем покупать ножовку, если можно купить электроножовку, если у меня есть шуруповерт. Принцип как у поезда. Здесь крутим, здесь оно ходит. Достаточно такая массивная штука, увесистая. Так, здесь, я так понял, надо расклинить или нет. Так, здесь у нас в комплекте по металлу и по дереву. Остренькая, хорошенькая. Также вот это можно применить как электролобзик в таком положении. Здесь позволяют сделать ножки. Так, как он вставляется? Честно скажу, я не знаю. Ага. Наверное, вот так. Да. И вот так мы закрепляем его. То есть вот он у нас так вверх, мы его подняли и вытащили. Вбок, в общем, есть вот такая пилка. Здесь у нас ручка. Вот у нас место под ручку. Причем есть резьба как под правшу, так и под левшу. Не знаю, мне, наверное, будет удобнее с этой стороны накрутить. Что-то не крутится, хотя вроде вот. Ладно, накрутим так. Тогда здесь поменяем просто сторону, вот так. Чудесно, чудесно. Ну и теперь давайте проверим, посмотрим, как оно будет. Ну и вот мы с вами держим, и пошла. Вообще надо, наверное, в режим дрели поставить вторую скорость. Вот. Совсем другое дело. А у меня под рукой даже нечего, если честно, и перепилить, показать вам. Ну, штука работает. Штука работает капитально. В общем, такая вот насадка интересная. Я еще в описании напишу, съезжу, вырублю все деревья и сделаю в описании отзыв вообще по работе данным аппаратом. В общем, ссылочка будет в описании. Всем удачи. Пока-пока.